Сегодня мы проводим ежегодный турнир областной открытый в памяти всех ребят, которые у нас, девчат, участвовали в лекальных конфликтах, да, в горячих зонах, то есть называется он «Спорт против террора». Может, кто-то из вас в будущем будет у нас спецназовцем или военным, кто будет ездить защищать нашу страну. Сейчас я хочу вот предоставить слово Корнеюк Анатолию Владимировичу, подполковнику в отставке, заместителю председателя Совета ветеранов, воин-пограничников Самарской области. Дорогие ребята, пригласите меня от себя лично, от Совета ветеранов-пограничников Самарской области, ветеранов боевых действий, участвующих в горячих точках, вас, вашим спортивным праздником, открытием и проведением такого турнира «Спорт против терроризма». Пожелаю вам всего самого наилучшего, крепкого здоровья, успехов в учебе, будем большим успехом здесь сегодня на ковре, и занять соответствующие самые высокие места, чтобы этот спорт был для вас дорогой в будущее, чтобы вы были уверены в себе и в дальнейшем выбрали правильный. Желаю вам успехов. Победы вам. Спасибо. Ветеран-пограничник хотят взять себе как на вакансии, да, помогать, чтобы ребята наши пограничные войска шли так, чтобы он тоже закончил над быть пограничником, пожалуйста, когда вырастет. Да, с удовольствием ребята помогут и поступить в военное училище, и туда пограничные войска попасть. Сейчас я хочу вам огласить судейскую коллегию. Заместитель главного судьи соревнований Цыбарь Владимир, Тольятти. Судья международной категории. Главный секретарь Амирбак Сергей Александрович, российской категории. Заместитель главного судьи Дорошенко Михаил, третья категория. Судьи Милов Андрей, Черникова Дарья, кандидат мастера спорта она у нас. Черняков, извиняюсь. Дорошенко Мария, тоже кандидат мастера спорта. Галкина Валентина, секретарь, помогает она главному судье. Является мамой на участники соревнований, которые почти на всех видах у нас участвовали. Дёрин Алексей, кандидат мастера спорта, судья третьей категории. Лисакор Александр, судья третьей категории, кандидат мастера спорта. Котов Алексей, мастер спорта России по универсальному бою, третья категория. Чехирёв Юрий, судья третьей категории, старший тренер спорта Самарской области. Сазонов Валерий, мастер спорта по армейскому рукопашному бою, судья третьей категории. Григорьев Андрей, стажер, судья у нас первый разряд. Лукьянов Павел, мастер спорта России по универсальному бою. Еще что хочу я вам, ребят, сказать. Эти соревнования у нас с вами первые в учебном году. Всем хочу пожелать, чтобы вы выиграли поменьше травм. Вот, победить сильнейших, как обычно, судейство у нас всегда отличное, у нас судьи все подготовлены, ребята сами много лет участвовали на соревнованиях, есть победители, чемпионы России, мира и Европы у нас. То есть у нас универсальный бой развивается, как мне сказали один раз, москвичи, у вас в вашем регионе самые, ну, хорошие молодые спортсмены. То есть у нас там типа взрослые, а у вас молодежь, ну и в Саратовске, конечно. Вот. Перспективные спортсмены, да. В этом году, ребята, 12-13 лет, это у вас уже начинается отбор к России. У нас в этом году 12-13 лет, я имею в виду следующий. В феврале уже официальные соревнования. Будем теперь делать команду сборную. Вот у нас сейчас по итогам всех соревнований года будем собирать сборную. Будет первенство у нас еще с вами в ноябре вроде или в декабре, я не помню точно. Вот, и мы будем сборную повезем на Россию в этом году 12-13 лет, чтобы вы знали официальные соревнования и так далее. Сейчас, так, гимн готовится. На флаг России смирно звучит гимн России. Секундочку.
Звучит гимн России. Объявляю наши соревнования открытыми. Да победим сильнейшим. Все, ребята, спасибо. Продолжаем соревнования.